Мне надо сюда. Охота пуще неволи. Вчера высмотрела у Ирины грибы и растения своими словами про вешенки. Ну, а мои вешенки здесь. Я хотела их проверить, но мне было не до них как-то. Ну, вот сегодня нашла время, думаю, сейчас проверю вешенки. Но моя камера новая, Panasonic, отказала, гадина. Она не работает. Фонарик горит, все горит, но запись счетчик не идет. Приходится снимать на телефон. Что найду, то и сниму. Все, полезу в эти дебри. Меня всегда волнует, но я их долго снимать не буду, а то у меня не хватит или зарядки, или места на этом телефоне. И похожие на вешенки, но это крепидоты. Сейчас мороз минус 5. Поэтому они все скукошились и не такие уж аппетитные. Но мы их ели тоже, когда они были молоденькими. Вполне съедобно. Суп немножко бульончик грибочками пахнет. И грибы можно есть. Люсенькие вешенки. Крупные я здесь все собрала, а маленькие здесь еще зимой выросли. Вот. Я бы их, конечно, не брала, но вот так растут эти вешенки. Здесь было очень много вешенок, я их все забрала. Вот малюсенькие тут есть еще. Вот такая малюточка. Посмотрю повыше. Они засохли, наверное. Я там не смогла добраться. Вот они. У меня зарядка в телефоне заканчивается, но вот немножко покажу, что они сегодня сильный морозик все-таки для них. Минус 5. Хоть снег с них сошел. Больше я не возьму, это же не камера. Вот эти я не достала, они высохли, уже старенькие стали вешенки. Никак к ним не подобраться. Здесь я забрала. Они были сочные, вкусные, хорошие очень грибы. Ну вот они. Так, еще собаки не хватало здесь. Здесь недалеко дачный участок, слизни. Ну, не участок, целый поселок большой. Как бы собака ко мне не прибежала. Я в норковой этой шубке. И котами, может быть, кот меня обласкал. Вот. Здесь еще красивые трутовики, но как-то темно, не видно ничего. Вечереет. Дело было вечером, делать было нечего. Дел всегда хватает, но хочется же прогуляться. Какой чудесный пень. Какой хороший день сегодня. И такой красивый пень. Ну, поехали. Все, солнце пропало, снимали. А то было солнце с утра. Пропало. Такой был солнечный день. Угу. Красивый. Красота. А машин очень Сол много. До двух такой день штук был. 15 сегодня машин в лесу. Потому что день люди. Такой. Угу. Дорога у нас предстоит. Только встречных не было машин.